соседствует рядом, и естественно, что грусть сменяется радостью какой-то. Вот, мы хотим спеть вам очень веселую песню, вот, песню, по которой я не раз по голове получал, но из песни как-то слов не выкинешь. Вот, и старый анекдот перед ней, который я уже рассказывал, я как бы вот искал к ней что-то другое, но так и не нашел, придется опять его повторить. Ну а для тех, кто не знает, я думаю, это будет, можно так сказать, откровением. Значит, в еврейской семье рождается ребенок. Папа бежит к раввину, говорит: пап, ребе, у нас большая радость, ребенок родился, но вот одна проблема. Какая проблема, Мойша? Дело в том, что у ребенка нету одного века. Ребе подумал, говорит: знаешь что, Мойша, это не беда. Говорит, мы будем ему делать обрезание, то, что там отрезали, сюда мы и пришьем. Вы знаете, Рэбе, все очень хорошо, но есть одно «но». Какое «но», Мойша? Не появится ли у мальчика хреновый взгляд на вещи? В общем, примерно о таком и следующая наша песня, которая называется «Синайская акция Моисея». В пенелон морских со смехом кольки откинул от вестей таких, главным став вождем в народе, обещав нам кров. Моисей нас за нас водит, как своих ослов. Шаг налево, шаг направо, две шаги назад. Моисей все ищет славу, люди есть хотят. Людям пофигу идеи, что там ждет потом. Но согласны мы в евреи, где же жратва и дом. Нет в окрестностях камня, где бы этот псих не заставил выбивать нас мудростей своих. Чтоб понять, в каком народе ваш зашел росток, долго гнить еще в болоте, я говорю, и Бог. Шаг налево, шаг направо, две шаги назад. Моисей все ищет славы, люди есть хотят. Людям подвигу идеи, что там ждет потом. Но согласны мы в евреи, где же твой дом. Хватит, Мойша, мне не надо нам твоих чудес. Мы готовы бакенбарды дорастить до пейс. Мы согласны даже к бабам через простыню. Вот только не веди к арабам в эту пустыню. Шаг налево, шаг направо, две шаги назад. Моисей все ищет славы, люди есть хотят. Людям пофигу идеи, что там ждет потом. Но согласны мы в евреи, где же твой дом. Я веду по карте строго, а кто не понимает, пусть пойдет и спросит Бога. На горе Синае, хоть для бешеного волка, сотни верст не в счет, обещаю лет на 40 славный турпоход. Шаг налево, шаг направо, две шаги назад. Моисей все ищет славу, люди есть хотят. Людям пофигу идеи, что там ждет потом. Но согласны мы в евреи, где же твой дом. Всех обрежем непослушных, не поймут так в глаз, ну какой Бог самый лучший, так и слушаю я вас. А когда по территориям закончим мы бродить, пишут нас головою в Торе, ну шо греха таить. Ой, мама, шаг налево, шаг направо, две шаги назад. Моисей все ищет славы, люди есть хотят. Людям подвигу идеи, что там ждет потом. Ну согласны.